Театры детям. В стране стартовал федеральный проект партии «Единая Россия» поддержки искусства для самых маленьких. Главная задача – создать условия для обновления репертуара и помочь организовать гастроли тюзам и кукольным театрам. Средства выделили, общественный совет собрали. Теперь его представители распределят деньги и обозначат фронт работ. Так, например, в областном театре кукол в Новосибирске нужно заменить звуковое оборудование и свет в зрительном зале. По ремонту просто света возьмем, это 25 миллионов. Сумма этого проекта 3 миллиона. Но нас что радует, что этот проект долгосрочный. В этом году мы делаем одно, на следующий год второе. То есть мы уже переходим на другой уровень работы.